Сумка превращается, превращается сумка в изумительный рюкзак. Всем привет, с вами Маша Смолот, и сегодня я покажу, как из кожаной сумки, довольно-таки уже потрепанной жизнью, но хорошего качества, сделать рюкзак. Основная моя идея такова. Во-первых, из этой крышки я хочу сделать так, чтобы она была скручена вот так. Вот. Смысл в том, чтобы здесь сделать... Я пока еще не решила, что, но тут должны быть под маркеры или под карандаши такие вот... перемычки, чтобы их вставлять. Об этом я подумаю позже. Самое главное сначала переделать это все. Значит, что я буду делать? Во-первых, так как это будет рюкзак, и он будет крепиться, грубо говоря, вот так, за лямки, чтобы вот это все вот так не провисало, вошью вот сюда кусок твердой кожи. Благо, у меня этого добра полно, поэтому я здесь делаю жесткость, чтобы вот здесь было жестко, и, соответственно, к этим же местам здесь вот я приделаю лямки, которые будут так вот идти. Лямки будут достаточно длинные, но я ее сделаю из той кожи, что у меня есть, покрашу, попытаюсь добиться похожего цвета. Понятно, что он будет не стопроцентный, потому что просто невозможно повторить такой цвет прямо один в один. Но я буду стараться затемнять, чтобы было похоже. Вот. Пока еще не придумала, что делать с этими кнопками. То есть доставать их. Не вижу смысла, так как там будут отверстия, и их все равно придется как-то заделать. Но вот эти я хочу оставить, так как здесь, в общем-то, можно ничего больше и не придумывать. Это я не буду отпарывать. Ремень я отпарю. Ну все, давайте приступать. Thank you.
Итак, что мы имеем? Из кожаной сумки получился вот такой рюкзак. Здесь я сделала, как я и хотела. Объясню, почему здесь две полосы. Эти отделения подразумеваются для маркеров. Здесь вполне себе влезет два ряда маркеров. Пристегивать очень легко. Берется двумя руками и прищелкивается. А дальше берется за вот эти два и следующий уровень. Здесь я также сохранила ручку. Если что, можно носить как портфель. Ну и, собственно, сами лямки регулируются по длине. Ну вот, пожалуй, и все. Проект завершен. Я довольна. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Дальше что-нибудь придумаем. Всем пока!